Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Тут написано так. Сей поклонный крест установлен по инициативе губернатора Кемерской области и главы города Таштагова. Освящен был в год 2001 месяца сентября, 19-й день. Я подправил. Ладно, сейчас вылезу и посмотрю, насколько там будет реально прикольно. Я вылезу. Вот неправда. Я видео снимаю. Крутой. Ну да, скажи что-нибудь. А то так интересно, когда видео, ну, типа... И... Солнце светит, негры пашут. А, ну ты это говорила уже раз 10 сегодня. Вообще-то третий раз всего. Все, негры уже не пашут. Леша пашет. А что я-то что? Я что, негр что ли? Не, вот сейчас вообще эти штуки крутые, просто вал. Опять камни, ура! Я не знаю, мне нравятся камни. Да. Это даже весело. Весело. Вот второй раз, если бы я бы сюда бы приезжал бы на крест, я бы уже бы не пошел. Что? Нет, в какую сторону ты идешь? Вот. Не навернула. И прям как стена. Типа, они что-то не выпадают там. Ага. И кто-то их как в тетрисе укладывал, да? Да, и бетоном. Бетоном сразу. Хоп-хоп. Кажется, мы разгадали загадку. А то все инопланетяне, древняя цивилизация. Вы чё, люди, сверху камни падают, их потом большая рука в тетрис играет. Вот и началось наше путешествие. Горная Шория – целая страна на юге Кемеровской области, которая по площади приближается к Черногории, а по красоте сопоставима со Швейцарией. Со всех сторон она окружена цепью гор. Здесь сходятся Саяны, Алтайские горы и юго-западные отроги Кузнецкого Алатау. Горы высотой более 1000 метров и тайга кажутся невероятно ровными. Сюда приезжают на поиски снежного человека и для того, чтобы найти мудрость и вдохновение. Второй день. Приключения. Время 11:30. Мы еще спим. И эти два дня
Так, значит, было очень холодно. Ну, все-таки август. Вечером я встал в Сайберпанк. Эти два дня, ну, первый день прошел, сейчас на второй день, мы пока еще не встретили вообще никого. Ну, один раз слышали дрон. Ну, в принципе, его могли запустить с самой горы Зеленой. Если это сильный дрон, то просто задать маршрут, и он такой, ну, прилетел, облетел вот эти вот все вершины и вернулся обратно. То есть первый день у нас ушел только на то, чтобы все приехать и дойти от горы Зеленая до здорового креста поклонного. И потом с этого креста мы дошли до этих скал. Если я не ошибаюсь, они называются верблюдами. Но там тоже есть место для кемпинга. Там останавливаться не стали. Почему-то, потому что, блин, там ветер, там, типа, вершина такая. И хотя там есть место, и лавочки стоят, и место для костра, все классно. Ну, блин, ну это, по-моему, тупо на вершине, на горной, прям разбивать палатки. Там ветер был и было холоднее. Мы спустились вниз и нашли черное место, и там мы заночевали. А сегодня мы пройдем через вот эти вот скалы. Я не помню, как они называются. И вот по этому хребту мы пойдем. И вообще, в принципе, я планировал, что дойдем до Укашории, но, может быть, и не дойдем до него. Да, в любом случае, мы сейчас идем, то есть, прямо ищем какую-то реку, ручей, где заправиться в водичке можно. А потом вот так. То есть, к тем скалам. Ну, пойдем. Увидев мегалиты горной Шории, я был поражен их поразительной неестественностью. Есть множество теорий их возникновения, одна из них гласит, что мегалиты – это то, что осталось от некогда существующей здесь сверхцивилизации. Сейчас третий день. Без комментариев. Ну, не можешь ничего сказать. Вот у меня она вчера болела и ничего, у меня целый день вчера голова болела. Вода хорошая, классная вода. А что ты мне не сказала, что у тебя голова болит? Я тебе вчера целый день об этом говорила. Я у тебя спрашивал, как себя чувствуешь вечером? А, позавчера. Это вчера было. Да неправда. Ну, спрашивал ты вчера, а позавчера она у меня болела. А, позавчера болела. Позавчера я помню, что ты мне говорила, что... У меня очень сильно болела.
у тебя температура может быть. Нет, у меня вчера болело. И я думал, что это из-за воды. Ну, что вчера не было? Смотри. Что за следы? Медведь. Я вижу, что это какие-то следы. Сколько мы километров прошли за все эти дни? Мне кажется, километров 25. Все, пошли. Ну, это в горы, господа. Почему мое лицо? Ужас. Чем грибочки жарят? Так что... Если что, да, надо составить совещание. Свой мотоцикл я оставляю. Ничего. У него нет мотоцикла. Я так и не нашел каких-либо доказательств о раннем существовании сверхцивилизации. Некоторые верят, что люди этой цивилизации достигли таких высот и, по некоторым данным, даже умели летать и управлять разумом людей.